Жил Святослав 90 лет, жил Святослав, да переставился. Оставалось от него да чадо милое, молодой девальга да Святославович. Стал Вольга растеть, матереть, похотелось Вольге да много мудростей. Щукой рыбою ходить в Вольге по синим морям, птицы соколом летать в Вольге под облаки, волком и рыскать во чистых да полях. Уходили-то все рыбушки в глубокие моря, улетали все птички за облаки, убегали все звери за темные леса. Стал Вольга растеть, матереть, избирал себе дружинушку хоробрую, 30 молодцев да без единого. Сам еще Вольга да в 30-е. Был у него родный дядюшка, славный князь Владимир Стольной Киевской. Жаловал его тремя городами, тремя городами крестьянами. Первым городом Гурчевцом, другим то городом Ореховцем, третьим городом крестьяновцем. Молодой Вольга Святославович, он поехал городам и за получкою, со своей он дружинушкой хоромброю. Выехал Вольга во Чистополе, и слышит во чистом поле он ратая, а орет в поле ратой да понукивает, а у ратая-то сошка все поскрипывает, да по камешкам омешики прочиркивает. Ехал Вольга он до ратая, день с утра он ехал, да до вечера, да не мог он ратая да в поле наехать, а орет в поле ратой да понукивает, а у ратая лицошка все поскрипывает, да по камешкам онешики прочиркивает. Ехал Вольга он до ратая, день с утра он ехал, да до вечера, да не мог он ратая в поле наехать, а орет-то в поле до ратай, орет-то в поле раты, да понукивает, а у ратая-то сошка все поскрипывает, да по камешкам омешики прочиркивает. Ехал Вольга еще другой-то день, другой день он ехал до победья со своей дружинушкой хороброю, и он наехал в чистом поле ратая, а орет в поле ратой да понукивает, с края в край бороздки да пометывает. В край он уедет, другого не видать, то коренья каменья вывертывает. Да великие он камни всю брозу валит, уратая кобылышка соловенька, да уратая весошка все кленовенька. Гужи уратая шелковые, говорит Вольга, таковы слова, Бог тебе помощь, аратаюшко, а оры да пахать, да крестьяна вати, с края в край бороздки пометы вати. Говорит аратый, таковы слова, да поди-ка ты, Вольга, да Святославович, мне-ка надобно Божья помочь, ведь все Божья помочь крестьяновать, с края в край бороздки да пометы вать.
Ай, куда едешь ты, Вольга, куда едешь и ты, да куда путь держишь со своей содружинушкой хоромброю? Говорил Вольга, да таковы слова, а еду городам я за получкою, а к первому ко городу, ко Гурьевцу, другому-то ко городу крестьяновцу. Говорила раты таковы слова, ай же, Вольга, да Святослав Гавич, да недавно был я в городе Третьяво дни, на своей кобылке я соловою, а привез оттуль соль я два меха-то соль я привез 40 пудов, а живут там мужики, да все разбойнички, ёны просят грошев подорожные. А я был шалыгою своей да подорожною, оплатил им гроши я да подорожные. А кой стоя стоит, тот и сидя сидит, а кой сидя сидит, тот и лежа лежит. Говорил Вольга, да таковы слова, ай же ты, оратой, все оратаюшко, да поедем-ка со мной, да во товарища, да ко тем и городам, да за получкою. Этот оратой, все оратаюшко, гужики он сошки, да повыстегну, да кобылку и сошки повыверну. А стою он сошки со кленовенькой, а я ставил ту сошечку кленовую. Он садился на кобылку соловеньку. Они сели, да, на добрых коней, они сели на добрых коней, поехали, да по славному раздолицу Чистополю. Говорил ораты таковы слова, ай же ты, Вольга, да Святослав Гавич, оставил-то я сошку в обороздочке. Да не гляди, ради прохожего, да не гляди, кого, да я проезжего, ради мужика, да деревенщины, они сошку земли, да все повыдернут, и за мешика земельку, да повытряхнут, нечем будет молодцу крестьянова тень. А пошли-ка ты, дружинушку хоробрую, чтобы сошку-то земели да повыдернули, и замешика в земельку да повытряхнули, бросили бы сошку за рапитовку. Молодой Вольга Святослав Гавич, посылай тут 2-3 добрых он молодца со своей с дружинушки хороброй, так этой косошки, как леновенькой, чтобы сошку земельки повыдернули, и замешика в земельку да повытряхнули, бросили бы сошку за ракитовку. Едут туды 2-3 добрых молодца ко этой косошке, как леновая, и они сошки за обжиг кругом вертят, а им сошки от земли да поднять нельзя, да не могут они сошку с земли выдернуть, замешика в земельке да повытряхнут, и бросите сошки за ракитовку. Молодой Вольга Святослав Гавич, посылает он целым все десяточкам от своей дружинушки хороброе, а ко этой да косушке, как леновое. Приехали они целым десяточкам ко этой кославанной да к сошечке, они сошку за обжи кружком вертят, сошки от земли да поднять нельзя, не могут они сошки с земель не выдернуть, из замешек от земельки да повытряхнуть, бросить им сошки за ракита вкус. Говорит ораты таковы слова, ай же ты, Вольга, Святослав Гавич, что не мудрая дружинушка хоробрая твоя,
Они могут, они сошки земли выдернуть, и замешика в земельке да повытряхнуть, и бросить из сошки за ракитов путь. Не дружинушка, тут есть те хоробрая, столько она есть, да все хлеба есть. Этот ораты да оратаюшко, он подъехал на кобыленьке соловенькой, а каэты да косошки все кленовенькой. Брал эту сошку он одной рукой, сошку земельки да повыдернул, и замешика в земельку да повытряхнул, он бросил за сошку за ракитовку. Они сели на добрых коней, поехали, да по славному раздолью, по чисту полю. А уратая кобылка, она рысью идет, а Вольгин тот конь, да все поскакивает. А уратая кобылка, да грудью пошла, да к Вольгин тот конь, да оставается. Стал Вольга, да все покрикивать, стал колпаком Вольга помахивать. Говорил Вольга таковы слова: «Стой-ка, постой, да ты оратаюшко!» Говорил Вольга, да таковы слова: «Ай же ты ората, и оратаюшко! Эта кобылка конем бы была, за эту кобылку 500 бы дали!» Говорит ораты таковы слова: «Взял я кобылку жеребчиком, жеребчиком взял ее с под матушки, заплатил я за кобылку 500 рублей. Эта кобылка конем бы была, да этой бы кобылки, да и сметы нет». Говорил Вольга таковы слова: «Ай же ты ората, и оратаюшко! Как-то тебя да все именем зовут, как величают по изотчеству». Говорил ораты таковы слова: «Ай же, Вольга, ты Святослав Гович! Ржи напашу, скирды складу, да домой выволочу, домой выволочу, дома вымолочу, драни надеру, да и пиво наварю, пиво наварю, да мужичков напою. Станут мужички меня покликивать, ай да молодой Микулушка, да селянина лень».